Встречай утро с новым миром. Какое молоко способствует счастью в личной жизни? Действительно, очень долго скрывалась, да, и название его, собственно говоря, вот происходит от слова вот кайф, да, кейф, что-то такое, то есть удовольствие. А какое опасно для женского организма? Период предменопаузы следует употреблять как можно меньше молочных продуктов. Открой для себя тайны еды. Как в поселке Томилино рождались лучшие акробатические номера знаменитой эстрадной пары Леонида Маслюкова и Тамары Дисиной. Говорят, был какой-то совершенно невероятный, фантастический, мирового уровня номер, где он держал Тамару Абрамовну птицу на ладони. С огромной радостью всегда водил туда гостей показывать свои трофеи. Те в ужасе говорили: «Ленечка, это дорога на тот свет?» Леонид Семенович отвечал: «Нет, это дорога в сказку». Удивительные истории в программе «Дачники». Как сделать ягодицы упругими, не вставая с кровати? Давайте представим, что это наша кровать. Давайте. Так, что сделать? Вот я сегодня повторяю за вами. Мне нравится упражнение вот это вот. И как с помощью яиц и коньяка сделать волосы здоровыми? Этим рецептом я сама мою голову уже 2 года. И могу сказать, что волосы стали расти лучше, не выпадают, меньше перхоти. Уникальные советы в Академии красоты. Побудем на телеканале «Новый мир».